Что произошло? Как? Ну, это было 9 числа. Угу. Я галерею. 22.00 9 числа ударил человека Галимова, находясь на этом, на квартире у него проживал, когда. Угу. Вот. У нас произошла конфликт, ссора произошла. Угу. Вот. Я ему нанес удар рукой. Он упал. Он начал меня оскорблять. Я его ударил поленом. Ну, чуркой. Все. То есть 9 апреля 2019 года, около 22 часов, находясь по адресу поселок Нижний, квартира 1, на почве ссоры. Ну, личные неприятности были у нас там. Угу. Нанесли удар кулаком ранее знакомому. Ну да, ударил, да, я угу. Он упал. Угу. Он начал меня оскорблять еще. Угу. Я удал, чуркой его ударил. Тем самым причинили смерть, да? Да. Понятно, так и зафиксировано. Сотрудники транспортной полиции раскрыли убийство жителя Красноярского края. В Нижнеингарском районе мужчина убил своего знакомого, а после совершил кражу на железнодорожном вокзале. В ходе отработки информации о краже личного имущества на железнодорожном вокзале сотрудники транспортной полиции раскрыли особо тяжкое преступление. Изучая записи с камер видеонаблюдения, транспортным полицейским удалось установить личность предполагаемого вора. Им оказался 47-летний житель Красноярского края, который только недавно освободился из мест лишения свободы и ранее был судим 6 раз за различные преступления, в том числе грабежи, кражи и причинение тяжкого вреда здоровью. Правоохранители незамедлительно выехали в поселок Нижняя Пойма, где временно проживал злоумышленник. В ходе проведения обыска жилища стражи порядка обнаружили труп 52-летнего хозяина дома с признаками насильственной смерти. Установлено, что во время совместного распития алкогольных напитков между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес своему знакомому несколько ударов по голове деревянным предметом, вследствие чего потерпевший скончался.